этому случаю у нас есть вопрос. Вопросы есть? Shake that. В ходе этого уникального эксперимента группу шимпанзе познакомили с видеотехнологиями. Могут ли старые шимпанзе из зоопарка научиться? Let me get two Big Macs and two apple pies, a little bit of Sprite and a side of fries. Let me get a McDouble, let me get a McChicken, hot sauce. Make sure that shit kick, and I want a McRib before I McPiss. Let me get a hash brown if it is a lunch ad. If it is, I'ma be McSad and upset. Let me get some nuggets too. Я рыба. Мне нравится быть рыбой. Быть рыбой клёво. Просто плаваешь весь день в воде. И тем самым получают возможность обмануть систему. До релиза купить. На прошлой неделе в качестве эксперимента в офисе Альтернатива Платформ прошло мероприятие под названием «Хакатон». Что? Хакатон. Это за слово? Хакатон. Правильно скажите, русский человек. В прошлые выходные прошел открытый тест измененного управления танком, который дал интересные результаты. Благодаря нашим наблюдениям и вашему фидбэку мы поняли, что такое поведение танка подходит не всем корпусам. Когда управляешь танком, выходя из поворота, делаешь микроподруливание в конце для стабилизации танка. Итак, напомним, самое заметное, чего лишатся игроки после выхода матчмейкинга, возможность выбрать бой. Стандартные бои пропадут из списка, а это значит, что нельзя будет выбрать карту и врагов. Также после окончания битвы нельзя будет в ней остаться. Что получат танкисты? Сбалансированные бои. Специальный механизм будет брать игроков в битву и распределять по командам максимально равномерно. Это не значит, что все игроки в битве будут одного уровня, будут и сильные, и слабые, но они будут разделены поровну.